лежит крыса. Нихао, пеньё. Нихао, нихао. За ключ 105. Там сейф, кстати, берем. Возьму у него патронов чуть-чуть. Потому что мне кажется, все-таки мне не хватит. Ах ты, крысюк, блин. Ну и что ты, крыса? М? Пожилой Наруто. Что еще ожидать от анимешника, чат? Который был, кстати, в медичке заходил. Пособирал мусор, который я выкинул. О, пиранья. Это нам надо. Странно, я думаю, на этом сервере будет гораздо больше людей. Тем более в такое время. СКС-ка, блядь. Вот они, люди-то где. Спрятался. Стоит. Нихао, пеньё. Во? Там еще и вдалеке где-то есть. Один в упоре. И еще вдалеке где-то. Нихао, пеньё. Забор. Двое. Один слева, один справа.
Он тут вроде не поднимется ни хрена. Что-то он не орёт, не хрипит. Сдох, что ли? Так, ботик сейчас расчекает. Давай. Не-не-не-не-не-не-не-не. Меня не надо. Энергия опять кончилась. Да, я этого убил. Тут бот, что ли, ходил справа? Бля, ничего не пойму. Ладно. Чел, надо твоя еда. Срочно. Хоть чуть-чуть. Так. Что у нас получилось? Четверо точно, да? Пятеро. Пять или шесть типов, по-моему, что-то такое. Пять. Пять типов за рейд. Норм, пойдет. Броня, кстати, дефает немножечко этот патрон, но дэмэджи 2000, пипец. В этом вайпе не знаю. Есть темляк в стиле смешариков. Мне кажется, при желании можно сделать. За труд доброго человека, который связал темляк. Да блин, на зоне, на алике темляков миллиарды, блин. Бля, кто-то бежит. Заходи, друг. Вот, например, у меня темляк. Допустим. Он стоил рублей 300, по-моему. Вот нож. Танто. Ну и темляк к нему соответствующий. Но не 3300, блядь, это что? Что это? Куда это ценники такие вообще? Вот, например, тоже. Опа. Мне кажется, он за трансформатором сидит. Бот, а ты не хотел типа этого пострелять?
Ну вот он сейчас на выход уйдет и все. Все, вышел. А, нет. Не понял. А звук, где гранаты? Ни звука чеки, ни звуки, ни звука падения. Блять, он ниже спустился. Взорвал его. Но у нас на той стороне еще кто-то есть. Реконтанта, это фикс? Опа, это нам залетает. Определенно. Неужели он так быстро перебежал речку? Или за речкой еще кто-то сидит? Возможно. Парк флагает, да вроде относительно нормально. Так, без ног я его точно оставил. Где он спрятался? Ага, видел его. Нихао, пеньо! Он умер? Нихао, пеньо? Он умер. Он так боялся забинтоваться, что я в этот момент на него выйду, что решил, что не будет бинтоваться вообще. Нихао, пеньо. Разумного его применения никогда не видел и поэтому отказывал себе в этом. Диктатор. Фига. Надо же было с дробовика его убивать.
Но было тоже неплохо. Слепая хаешка. Слепая хаешка легла у ног и не пускает за порог. Умиляет звуки лутания. Типа шурк, шурк, шурк. Так они, а то же громкие они. Блин, вот этого хаешкой залетело. Но, кстати, нам... Подожди, что? Он дотек. Он тоже дотек. Возможно, я его ранил, конечно, хаешкой, потому что он застонал после этого, но у меня нет убийства хае. Он дотек с дробовика, значит, я его убил. Сейчас посмотрим. У нас должно быть 7 в квесте засчитано, потому что было 5 за первую катку. Да, 7, отлично. Засчитала его как с дробовика. Чел, отстань. Наверх пошел. Нихао, пеньо. Жало, но это жало в дефолтном фильме, а с гоблином-то по-другому уже как-то было. Что-то типа зубочистки и было там, по-моему, я уж что-то не помню. Попробую вот этих догнать, может они лутать будут, вейкера. Будут. Конечно же будут. Кричит после такого. Это что за бомж?
Должен быть третий. О, этот их вел, походу. Какой-то массинист. Он убил его? Опа, клиенты. Потик, кого ты там прессуешь? Где они? В медичке? Видите тень? Тень была. Это вообще за мостом, что ли, там заваруха какая-то. Ребятишки. Лежит крыса. Нихао, пеньо. Нихао. Нихао, нихао. Ходит, да, медленно где-то по дереву? В еде, что ли? А, нет, вот он. Ну, чел.
Тут еще, по-моему, есть. Это тиммейт, у них дробовики одинаковые. Так. Готово. Так, смотрим. 20 тысяч опыта. Бронебойные пульки. Нет, ничего не открылось. Ладно. Wi-Fi камеры. Это уже завтра займемся этим. А вот эти апехи сейчас хорошие, интересно. Протестить бы вот тоже.